Привет! Мы с вами в Национальном театре. Идем на оперу «Травиата». Она начинается через 5 минут. Мы, как всегда, в последнюю минутку пришли. Выше, наверное. Ой, Дим! Прошло всего лишь полчасика, и первый антракт. Опера очень длинная, и, наверное, тут будет очень много антрактов. На итальянском языке с чешскими и английскими субтитрами. Очень круто вообще у главной этой солистки такой голос потрясный. Класс. Я в уборной. Это Жозеппе Верди. Главная женская роль Мария Файтова. Альфреда Петер Вигнер. Джорджо Роман Янал. Оркестр Национального театра. Окончание представления в 9:30. А мы пришли в 7. В 9:30 окончание. Два антракта. Мы сидим на королевских диванах. Места у нас просто отличные. Хотя мы покупали... Когда мы покупали с тобой билеты? Месяца 3-4 назад, да? И билетов практически не было. Были либо вот наши места, это первая галерея, то есть это второй балкон. В центре, в самом мы сидим, вообще круто видно. Либо были места со сниженной, как по-русски. Сниженный вид это у нас, как по-русски. В общем, с которых плохо видно. Со сниженной доступностью, видительностью, я не знаю, как это по-русски правильно сказать. Места, с которых плохо видно. В общем, стол где-нибудь стоит рядом с тобой такое. Те были дешевые совсем. Мы решили взять подороже, и мы очень круто сидим. Итак, посмотрели мы наконец-таки великую Травиату Жозеппе Верди, которая поставлена по даме с камелиями, и Мулен Руж тоже поставлен по даме с камелиями, снят.
Все они между собой связаны, но во всех них совершенно разный сюжет. В опере, конечно, сюжет на 2 минуты. Но одни арии, 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 грусть, боль, слезы, и она умерла, конечно же. Вышли из театра, тут целая куча таксишек стоит, сразу всех встречают. Мы еще там Лешку попросили пофоткать, еще мы этажом ошиблись и вышли там. В общем, выходили довольно долго. Гардероб почти на каждом этаже. В каждой ложе и каждому галерее свой гардероб. Очень удобно, кстати, круто. Не надо большой очередь стоять. Сейчас проходим здесь, возле Теска. Май. Народний. И стоит такая, как бы, импровизированная, типа, могилка со свечками, венками. И мы вспоминаем, что действительно на этом месте всегда стоял мужчина и играл на баяне, да? Или аккордеоне, я не отличаю их. И написано, что умер 25 числа. И мы так задумались, что все годы, что мы живем в Чехии, мы всегда здесь шли, он действительно каждый день здесь играл. Сначала собачка с ним лежала, овчарка старенькая. Потом он без собачки последний год играл, и вот он умер. Все годы под его музыку мы ходили по этой улице. Диск у него есть, он записал диск. И стоят там его диски, свечки, венки. Время вкусняшек и уже в рождественских стаканчиках. У меня часто вы спрашиваете, испытываю ли я дискриминацию в Чехии. И я всегда говорю 3 раза за 9 лет. И вот сейчас был 4-й раз. Мы с Лёшкой зашли в автобус, и сидела пожилая пара, и она просто мне прямо в лицо сказала: «Засы русы». Это значит, опять русские, и с такой кривой, с кривым таким лицом. Я совершенно спокойно ей просто ответила, что мы не русские, с такой улыбкой гривой. И она растерялась, села, губку поджала, и сидят, и скорее тему сменили, даже не поворачиваются, ничего, сидят. У меня был уже план подойти к ним, рассказать, что мы из Беларуси, представиться, сказать, что они себя неправильно ведут, и что мы 9 лет платим налоги, что мы учим язык, культуру, и так просто себя некрасиво вести. Как бы я понимаю, что люди могут устать от иностранцев. Я абсолютно это понимаю, нормально к этому реагирую, каждый оберегает свою территорию, но в лицо вот так вот мне просто это говорить, еще с таким лицом, как будто бы какая-то прокаженная или что-то в этом духе, это было некрасиво. Да. Как бы просто в лицо это некрасиво вести, поэтому мне очень хотелось подойти к ним, поговорить с ними немножечко на эту тему, вот. Но они вышли раньше, чем я успела к ним подойти. Вот такие дела.